Итак, уважаемые друзья, продолжается эфир программы ВКонтакте Лайв. Карен Туз у нас в гостях. Карен, привет! Всем привет, привет, ребята. Ну, друзья, я сразу напоминаю, вы можете звонить к нам, код столицы 495, номер телефона телеканала 276-2949, задавать свои вопросы в прямом эфире. Также вы можете оставлять вопросы в комментариях к нашей теме, к нашему посту, который мы выставили непосредственно в группе ВКонтакте. Пожалуйста, любые вопросы Карен с удовольствием ответит. Ждем ваших звонков и сообщений, и, конечно, вопросов. Карен, ну, сразу хочу, вот знаешь, что называется, брать яркую ноту в нашем интервью. Где будет ближайший концерт? Где тебя можно услышать, увидеть? Ближайший концерт у нас будет в Москве 13 апреля. Угу. Это будет в Крокусе, в ресторан у дяди Макса. Это благотворительный концерт. Организатор, продюсер Изабель. Очень приятно с ней сотрудничать. Мы только что у нас Женя Смирнов был в эфире. Он тоже нас приглашал на этот концерт. Да, да, тоже да. В заведение у дяди Макса. Ох, дядя Макс! Будет жарко у дяди Макса. Да, заходи. И там мы сможем услышать твои композиции, твои песни, ну и Конечно. Насладиться творчеством. Да. Слушай, ну, у нас и сразу звонок. Ребятам, привет, привет. Привет, говорите, пожалуйста, слышим вас. Алло. Алло, алло. Да, добрый день, хотелось бы узнать, когда... Алло, да, слышно? Слышно, да, вас, да, говорите, слышно. Пожалуйста, да. Когда выйдет клип на песню «Ты мой рай», Карен Туз, Наймада, Анивар. Клип вообще супер, то, что я видел, песня качает. Хотелось бы узнать, когда уже выйдет полная версия. Спасибо большое, Карен, я думаю, понятно. Песня еще не вышла, ребят, только сегодня, после эфира «Доеду до дома». Обязательно опубликую. Новая песня, очень лиричная композиция. А клип, надеюсь... сильно не затянется, ну, где-то полтора месяца, где-то, да, не, точно не в апреле, где-то полтора месяца. Но это недолго ждать фанатам. Да. Ребята, полтора месяца, пожалуйста, и скоро мы станем свидетелями этого невероятного клипа. Еще раз напоминаю, друзья, звоните, пожалуйста, вот так вот только что, не узнали, правда, как зовут имя молодого человека. Код столицы 495-276-2949, дозванивайтесь. Задавайте вопросы Карену. Карен, я читал, смотрел много твоих интервью, и вновь хочу немножечко вернуться вот, в момент становления тебя как творческой личности. Вот, я знаю, что ты, на тебя повлияло творчество Тупака Шакура, да. Доктора Дре и же с ними исполнителей. Ну да, это легенда, как бы... То есть это была легенда все-таки, конечно, да? Это легенда, на самом деле, об этом все говорят, и все должны уважать, как, кто занимается... этим искусством, то они должны уважать именно тех, кто первыми начали это дело. Угу. Вот а правда ли то, вот знаешь, я вот где-то вычитал, что как-то отец не очень, да, попервой вот, что называется, благосклонно относился к твоему творчеству. И вот мама в одном из интервью, правда ли это, что она вот подсунула листок под твою дверь с подписью «Пиши, Карен». На самом деле, да, папа изначально не совсем верил мое занятие, думал, что это не мое, но я ему доказал, как бы, и не только ему, но и всем, и самому себе тоже. Ну, а мама всегда поддерживала и поддерживает до сих пор. Спасибо маме. А, как это? И привет маме. Слушай, ну отсюда, ты знаешь, вот мне кажется, вот одна большая истина вырывается наружу, что вот когда ребенок проявляет, ну, ребенок, юноша проявляет талант, его не нужно зарывать. Ребят, поддерживайте своих детей, которые вот стремятся к творчеству. Вот потому что потом получаются невероятные музыканты и совершенно фантастические исполнители. Слушай, ну мы знаем, почему Туз. Да, тут много ты. Кто не знает, читайте в интернете. Да, можете читать. Ты вообще азартный человек? Честно, не совсем, как бы именно к азартным играм. Ты, наверное, почему Туз, да? Наверное, к этому вопросу. Ну, вот у меня. Да, нет, это совсем к азарту никакого отношения. Не, я знаю, что там черви, да, это черви, любовь, это сердце, треф. Душа, да, трефы, то есть это крест с верой, но не совсем азартный. Угу. Ну, может, в каких-то вопросах, да. Ну, а мне кажется, азарт к жизни. Азарт к жизни, творчество. Да, но никак к другим вопросам. Скажи, как ты пишешь, как ты сочиняешь композиции? Вот есть ли
Есть ли у тебя какое-то, ну, во-первых, понимание, что эта песня станет хитом, или же это приходит уже понимание последствий? И как приходят тебе строки? Мне всегда было интересно, потому что я честно скажу, я писать совершенно не умею. Я имею в виду слагать стихи. Как у тебя это получается? На самом деле никогда не предугадаешь, какая песня станет хитом, так как не всегда понимаешь публику, да, что они от тебя требуют. А так песни, они все взяты из жизни, не обязательно, что из моей, то, что я наблюдаю еще, может, за жизнью кем-то, да, там. Ну, раньше муза приходила, сейчас уже опыт созрел, и когда нужно что-то написать, сажусь, пишу. То какую-то атмосферу особенную создаешь, да, для себя. Атмосфера мне лучше писать ночью, когда вообще никто не мешает, да, конечно. Ночью лучше работать, никто не мешает, сидишь, работаешь. И тогда приходят те самые строки, конечно, которые мы подпеваем на твоих концертах. Слушай, вообще вот какие планы на этот год? Как мы уже только что выведали, да, через месяца клип, полтора будет клип. Да, примерно. И очень много песен готовлю, уже где-то в районе 7 песен у меня есть. Правда, все они в какой-то мере еще не доделаны. Работаю и постепенно буду опубликовывать. Надеюсь, не заскучают. Абсолютно. И, кстати, сейчас мы клип на одну из композиций, который называется «Закрой глаза». Да, «Закрой глаза» совместно со Сеном, режиссер клипа Сергей Грей. Так что... Насладимся! Насладимся, ребята! Смотрим прекрасную работу, невероятный клип, и мы к вам непременно вернемся после. А пока можете подумать о том вопросе, который вы хотели задать Карену. Поехали! Звезды и небо друг для друга созданы, просто мы ангелами друг для друга посланы, розданы, роли были только поздно, мы поняли, об этом говорить совсем непросто, и неопознаны два любви объекта, об этом говорить нелепо, даже летом, когда светит солнце, я тенью за тобою, облагая мифы, я развею их любовью. Закрой на миг глаза, обними мое сердце твоим именем, очерти и чувств моих тебе, но лимит мои мысли о тебе, меня с ума свели. Я могу быть далеко, максимум на метр. Мы близко, мое дыхание — это ветер. Ты моя душа, солнце, пуще событий. Вкус твоих губ не смогу забыть. И жгучие глаза меня влекли в азарт. Даже если обожгусь, я не вернусь назад. Помни каждую строку, что написал тебе я. Без тебя я не я, без тебя потерян. Где-то вдалеке найду тебя, сердце заполнит безумием, и унесут нас далеко ветра, как чувство вулкана Везувия. Но ты не со мной, не моя душа, время бежит, ускоряя шаг, и только мечта моя не спеша тянет стрелки часов назад. Закрой на миг глаза, обними мое сердце твоим именем, очерти и чувств моих. Меня с ума свели.
Друзья мои, продолжается эфир программы ВКонтакте Лайв. С вами Карен Туз. Мы только что насладились одной из многочисленных работ Карена. И, кстати, мы еще в нашем эфире поставим прекрасную композицию, клип на композицию «Ты именно та». Но перед тем, как мы вновь увидим этот клип, вновь хочется пообщаться с собой. Хочется, у меня 50 вопросов, а тут звонок. Ребят, слушаем с удовольствием. Привет-привет. Здравствуйте. Как вас зовут и из какого города вы? Меня зовут Ани, я из Москвы. И я бы хотела узнать, когда у нас будет новый клип Карена? Просто не с терпением жду, уже не могу прям дождаться. Ну, будем считать, что я вас понял. Правда, очень плохо было слышно. Я минут 5-6 назад уже отвечал на вопрос, что где-то через полтора месяца. Да, будет новый клип. Да. Будет новый клип. Я напомню, все вопросы, может быть, для тех, кто не слышал. Для наших телезрителей милая девушка спрашивала, когда же будет новый клип? Жду, не могу терпеть. Я вместе с вами жду этот клип, ребят. Да, друзья мои, будет. Вообще сколько клипов ожидается в этом году? Не могу как точно сказать. Пока что у меня цель стоит вот именно снять эту работу. Угу. Дальше уже перейти к другим вопросам. Скажи, а вот фанаты как-то могут повлиять на твое решение снять клип на ту или иную работу? Нет, я человек такой, что я... Ребята, сам, мы ничего не решаем. Да, я сам как бы понимаю, что стоит снимать, что не стоит снимать. Но, а потом уже буду выслушивать мнение про проделанную работу. Ну, а ты проводишь встречи с фанатами? Вот они. Пока что не проводил, но надеюсь, в скором будущем обязательно сделаю. Обещаешь нашим фанам? Обещаю. Ребята, ждем встречи. Я специально для вас, я тоже с удовольствием приеду, потому что, ну, действительно, смотрел работы, они клевые, они невероятные. И вот хорошая, действительно, такая, знаешь, вот, ну, для меня лично, может быть, я как-то неправильно скажу, там олдскульная подача материала, что я очень люблю и обожаю. Вот, и мне кажется, и тут чувствуешь, да, вот как раз влияние тех артистов, которыми ты восхищался, я уверен, что восхищаешься и до сих пор, я имею в виду... Я восхищался, да, тем, что они делают, но как бы я делаю то, что я делаю, да, я как бы не подражаю никому, я несу свой стиль, своя подача, свой стиль написания текстов, так что я делаю свое. Скажи, где можно следить за твоим творчеством? Везде, ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе подписывайтесь. Ну и сайт? Сайт karentus.ru. Привет. В общем, всевозможные социальные сети, всевозможные варианты интернет-смотрения мы можем использовать. Пожалуйста, подписывайтесь, будем наслаждаться работами. И еще раз скажу, что ближайший концерт, где будет принимать участие Карен Туз, он состоится 13 апреля в заведении, да, в Крокусе, в Вегасе, да? Да, в Вегасе, 4-й этаж, ресторан у дяди Макса. У дяди Макса, да. Поэтому... Но я хочу еще про один концерт сказать, если можно. Я вот к нему и подвожу. Да, 13 мая будет в Москве состояться тоже мой концерт совместно с Наймада и Анивар. Как раз там презентуем наши новые песни, которых вы еще не слышали. И исполним старые добрые хиты. 13 мая, ресторан Асаки. Вот так, друзья. Слушай, ну, перед тем, как мы сейчас поставим еще один клип, еще одну работу твою, вообще, расскажи, пожалуйста, о ней, вот, и как проходили съемки, и вообще, вот, как вот ты, участвуешь ли ты в создании сценария, вот, проявляешь ли ты, иными словами, являешься ты главным продюсером всего съемочного процесса, или же ты доверяешь эту позицию своим друзьям? Не друзьям, а режиссеру, но... Смотря кто будет снимать. К примеру, первый клип, который снимал Серж Габьян, я полностью доверяю ему. Он очень сильный режиссер, спасибо ему. А второй клип, «Ты именно та», я принимал участие в сценарии. Я подал идею, они там уже дальше начали развивать ее. Ну и сняли в трех городах: Калуга, Москва и Подольск. Вот так, друзья мои. И, кстати, там снимался... знаменитый иллюзионист Андрей Сафронов со своей супругой Леной Барковой. Привет вам большое. Вот так, друзья, сейчас мы насладимся этой работой. Ну,
Перед тем, как включить в нашем эфире этот клип, может быть, есть у тебя те несколько слов, которые ты бы хотел сказать своим фанам? Ведь тебя любят, твое творчество обожают, и к нам вон, девчонки дозваниваются, которые говорят, я уже не могу дождаться, когда будет клип, когда будет работа. Буквально три слова могу им сказать. Ребят, спасибо, что вы у меня есть. Очень приятно. Я готов дальше работать для вас и для себя тоже. Я желаю вам хорошего дня, настроения, если мы не прощаемся. Друзья мои, Карен Туз в нашем эфире. Сейчас композиция «Ты именно та». А я к вам еще вернусь. Друзья мои, будьте с нами. Я верю, ты именно так.
Вот так, друзья мои, такие гости сегодня были в нашем невероятном эфире. Еще раз хочется сказать всем большое спасибо, что находились с нами на протяжении этих полутора часов. Но хочется подвести, конечно же, те, в общем-то, данные, которые у нас являются собой формат нашего голосования. А где же вы знакомитесь с нашими вторыми половинами? Ну, должен признаться, что самое главное и самое первое место, конечно, занимают социальные сети. И это действительно так. На первом месте находятся они, на втором месте в школе, институте. Я знаю лично очень много друзей, которые познакомились со своими вторыми половинами, когда они еще дергали их за косички, бегая по школьным коридорам. Друзья мои, и на третьем месте их познакомили друзья. Что говорить? Ходите друг к другу в гости, наслаждайтесь жизнью и, конечно же, встречайте друг друга на концертах. Также у нас есть несколько комментариев, которые нам оставили наши телезрители. Это на пляже. Слушайте, невероятно. На пляже я прям представляю, когда он идет, этот лев выходит из воды, видит, лежит она, дарит ей цветы, и все, через полгода свадьба. Но самый невероятный случай знакомства, как нам указали наши телезрители, это на базе приема металла. Друзья мои, я надеюсь, вы сейчас не находитесь в местах столь отдаленных от нашего эфира, что называется, потому что это все-таки опасно. Но мы за любой экстрим, но только в здоровом смысле этого слова. Но еще раз скажу, что каждый день с понедельника по пятницу с 16:00 до 17:30 программа ВКонтакте Лайв ждет вас с нашими ведущими. Ну а это пятница, мы желаем всем позитива, хорошего настроения, больше музыки и драйва. И дальше следующая работа только для вас, которая поднимет настроение. С вами был Алексей Шелест. Отдыхаем, веселимся в Russian Music Box.